Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Красивая пара артистов Екатерина Климова и Гела Месхи расстались в 2019 году. До этого они прожили в счастливом браке 4 года. У пары подрастает дочь Изабелла, и до недавних пор поклонники пары, наблюдая за теплыми отношениями экс-супругов после развода, надеялись, что Климова и Месхи вот-вот снова сойдутся. Ходили даже слухи, что артисты хотят не просто воссоединиться, но и расписаться во второй раз. Но этим надеждам, как оказалось, не суждено было сбыться. Не так давно 36-летний Гела Месхи был замечен с интересной девушкой в зале кинотеатра «Октябрь» на премьере фильма «Кто там?». Как оказалось, спутницей Месхи была актриса Наталья Земцова. И как бы парочка не сторонилась объективов журналистов, те все равно смогли запечатлеть их нежные объятия, томные взгляды и даже поцелуи. После чего ни у кого не возникло сомнений, что в российском киномире образовалась новая пара. О новой возлюбленной Гелы Месхи на сегодня известно, что Наталья Земцова прославилась не только как актриса. Российским зрителям она запомнилась по сыгранным ролям в сериалах «80-е», «Эпидемия», «Многоэтажка», «Тихом омуте», «Пропавшая без вести», «Метод» и других. Вместе с тем девушка стала широко известна также после того, как вышла замуж за солиста группы «Ума Турман» Сергея Крестовского. Что интересно, на момент их знакомства Крестовский был глубоко женат и воспитывал с супругой 4 детей. И тем не менее, данное обстоятельство не стало препятствием для головокружительного романа Натальи и Сергея. Земцова была младше музыканта на 16 лет. В 2014 году Наталья родила сына Ивана, при этом влюбленные первое время тщательно скрывали имя отца малыша. Но весной 2016 года Сергей и Наталья стали появляться на светских мероприятиях вместе, а затем объявили и о свадьбе. Но счастье супругов было недолгим. Весной 2022 года супруги развелись. Со слов Натальи, звездный муж не принимал и не понимал ее бесконечных съемок. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». До новых встреч!